Счета растут, а деньги тают. Квитанции от предприятия «Термоэлектрика» за январское отопление заставили кишиневцев ужаснуться. Люди говорят, что даже компенсации от государства ситуацию не спасают. Мария Фестикан живет с мужем в квартире площадью 74 квадратных метра в столичном секторе Рыжкановка. По ее словам, счет за отопление оказался примерно на 1000 леев больше предыдущего. Из двух пенсий 3000 и 2000. Скажите, могу я заплатить 4000? Что мне останется 1000 леев? А еще есть свет, другие счета. Продукты нужны. От многих отказываешься и растягиваешь, чтобы хоть как-то хватало. При виде квитанции поразилась и Валентина Ковальчук. Ей с супругом пришел счет более чем на 3000 леев. Когда квитанции приходят, и прошу все квитанции, чтобы долгов не было. А потом уже я смотрю, что у меня осталось, чтобы я что-то покушала. Понимаете? Очень тяжело. На 400 лей дороже. Люди говорят, что не смогут выплатить сразу всю сумму. Я буду платить до лета понемногу. А что еще делать? Я плачу. На лето, если не справляюсь, на лето оставляю понемножку, потом платишь уже. Как? Конечно, тяжело. А продукты какие дорогие. Я не могу заплатить все. И у меня получается, что я плачу все лето. Только я заплачу, до конца рассчитаюсь с этим, у меня уже снова начинаются. Счета намного превышают пенсии. С 1 января жители столицы платят за одну гигакалорию 2169 леев. Раньше тариф составлял 1772 лея. Власти предоставили частичную компенсацию.